Привет, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вам посмотреть подборку оригинальных товаров для туристов с сайта AliExpress. Эти товары обязательно пригодятся вам в походе. Самый популярный вариант – аварийный набор для выживания. В наборе вы найдете все самое необходимое для выживания. В него входит магниевый розжиг. Он не боится влаги и поможет вам разжечь огонь в любых условиях. Многофункциональный нож, в котором есть отвертка, пилка, фонарик и плоскогубцы. Карт-нож с открывашкой. Свисток, в котором есть маленький водонепроницаемый отсек для хранения мелких вещей, боящихся влаги. Компас, провод-пила. И все это аккуратно укомплектовано в водонепроницаемую маленькую компактную коробку. В общем, в этом наборе вы найдете все самое необходимое. Стоит аварийный набор 620 рублей. Ссылка будет в описании. Отправляясь на природу, всегда стараешься взять все самое необходимое. Но с туристическим фильтром для воды с емкостью на 2 литра вы существенно облегчите свое путешествие. Очистка происходит за счет ультратонкой мембраны, которая легко очищает обычную воду от кишечной палочки, золотистого стафилококка, сальмонеллы брюшного типа и других разных бактерий и заболеваний. Фильтр очень удобен и компактен, с ним вам не грозит обезвоживание. Если вы не можете, как верблюд, не пить в течение 40 дней, то вам обязательно пригодится данный фильтр. Стоит он 1230 рублей, ссылка будет в описании. А принести воды для фильтра в нужном количестве вам поможет складное многофункциональное ведро для переноски воды и других жидкостей. Есть удобная ручка. И самое главное, оно не займет много места в вашем рюкзаке. Ссылка будет в описании. А в этом многофункциональном свистке уместили еще компас и термометр. Небольшой, компактный, есть шнурок для переноски. Полезная вещица, стоит всего 45 рублей. Ссылка будет в описании. В походе вам также может пригодиться вот это спасательное одеяло размером 130 на 210 см. Она сохранит тепло в вашем спальном мешке холодной ночью, согреет вас в автомобиле ночью, если он вдруг сломается в пути. С его помощью вы отправите сообщение спасателям. Также его можно использовать как навес от дождя или как носилки. Очень долговечная и полезная штука. Стоит всего 90 рублей. Ссылка будет в описании. Разжечь огонь и согреться вам поможет водонепроницаемая зажигалка в специальном корпусе, которая крепится на брелок или рюкзак. Зажигалка многоразовая, небольшого размера, весит всего 50 грамм. Стоит всего 116 рублей. Ссылка на товар будет в описании. Чтобы не заблудиться и не потеряться во времени, предлагаем взять с собой в поход часы туриста. Это часы, компас и свисток, а также в случае необходимости можно распустить ремешок, из которого можно сделать жгут, натянуть палатку, так как ремешок этих часов сплетен из-за высокопрочного шнура длиной 3 метра. Стоят такие часы 310 рублей, ссылка будет в описании. Каждый раз в походе возникает вопрос, чем забить колышки для палатки. В этом теперь вам поможет походный молоток-топор, который, ко всему прочему, имеет еще много других полезных штуковин. Пассатижи, пилка, открывашка, отвертка, нож. Выполнен из нержавеющей стали и будет радовать своего владельца не один год. А чехол позволит удобно носить его на поясе. Стоит данный молоток-топор 616 рублей. Ссылка на товар будет в описании. Сохранить ваши личные вещи сухими в походе поможет водонепроницаемый чехол. Выполнен из плотного ПВХ. Водонепроницаем. Поставляется 3 пакета на выбор. Малый, средний, большой. Двойная застежка надежно защитит ваш телефон или планшет от попадания влаги. С этим чехлом не страшно, если вдруг промокнешь. Стоит комплект из 3 штук 225 рублей. Ссылка будет в описании. А чтобы не оступиться темной ночью, в походе воспользуйтесь вот этим налобным фонариком. Мощность этого фонарика 6000 люмен. Он осветит самые темные места. Источник света LED. Питание от аккумулятора. Зарядить его можно как от обычной розетки, так и от автомобильного прикурителя. Удобная регулировка. Цена всего 597 рублей. Ссылка на товар будет в описании.
На этом все. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А если вы хотите экономить на своих покупках или зарабатывать на чужих покупках на AliExpress, мы предлагаем вам зарегистрироваться на сервисе кэшбэка. Ссылка будет в описании. Всем спасибо, всем пока!